он там не дает покоя. Здравствуйте. Нет, приедем. Так, вот это. Я ее принес, посмотри, что увидишь. Я уже, наверное, понял, это Мося, скорее всего. Таракашка такой. Вот она. Вот, Мося, да. Я понял. Есть у тебя такие? Да, есть. Могу вот и подкинуть несколько штук. Свет, значит, чуть потемнее есть такой? Сейчас посмотрим. Ну вот, есть такой. Ну, такой тоже возьми, нет, потемнее, вот такой, типа коричневого цвета было. Вот такой есть. Вот. Ну вот, понимаешь, у меня на морковку лучше всего клевало, блядь. Морковка и курва, блядь, на морковку, а вот таких ты мне не давал тоже. Нет, это все, это наша курва. Это ларва. Это, а, вот да, это ларва, да, нет, да, это ларва тоже не давал. Ларва. Нет, ну вот такую вот, чего, ну, вот, есть у тебя еще-то, вот я купил бы. Да, мне, с собой у меня ничего нету, я вам потом привезу. У меня-то чисто такая, ну, как бы коробка на то, что я... Алло, держите вам. Так. Так. Там вот этих. Попробовать вот эту. Да, у меня тут тоже осталось две. Слушай, а когда они вместе, они не меняют окраску немножко? Не, вот эти могут. Я смотрю, да. Что-то, блядь, не такого, наверное, отдельно. Это ничего страшного, конечно, наверное, или как? Вот еще такую. Ну, попробуй, давай. Ага. Ну, вот, как она называется, эта мандалашка? Мося. Мося? Да. Ну, Мосля вообще, как бы, вроде правильно, как бы, Мосля. А так называем ее Мось. Хорошая приманка, да, она такая. Не, ну, понимаешь, я сегодня на нее окуня, кстати, вы сказали, я поставил, и окуня тоже бахнул на нее. Просто сделаем. Туда же. И че? На курву он ловил. Брал что-то? Да, здесь десяток окуней. Ведь все пробовал, нихуя, поставил эту оранжевую. Курву, да, поставил и сразу же. Хороший окунь на Мосю. Красавчик прям. Ух. Горнючий, да. На Моську. Сегодня на куру так поп. Попало? Ну, я же еще не начинаю. Курва понравилась вам, ну, да? Просто поклевку надо ощущать по-другому, дергать, сука, потом где-то сидит. Ну да. Когда поприличнее, она сел грамм на 400, вот уже. А вот эту только поставил, хлоп, крупнее взял. Так, а у тебя нет типа пиявок побольше размера темных? Нету, пока тоже. Понимаешь, я все выбила. А выбила? Да, я хороший. Потому что если головля, мне кажется, он на нее это лучше будет сейчас. Может быть. Потому что у нас на Орде же вьюн такой, знаешь, вьюночек? Ну да. Вот, его поставь, только понимаешь, поставишь с поводком, какую будет брать. А если без, ну, в смысле, а вот флюорокарбон, щука 90% нахуй, она тоже его с удовольствием. Срежет, да? Да, режет, конечно. А зато голова ли его просто. Вот если на нее, есть такие вообще у тебя? У меня там несколько черных пиявок осталось. Какого они размера там? Такие, да. Вот такие. Чего? Давай, кандыбас сюда, нихуя не слышно. Давай, я их принес. Я говорю, щучку завалил вчера. Ну, завалил, молодец. Что значит завалил, блядь, отпустил или нет? Опять, ёпта. Обязательно. Конечно, нахуй. Головлю-то зацепил. Пиздит, блядь. Это уже пиздит начинает. Здесь головлю хуй возьмет на эту херню. Не, ну чё, почему? Он поверху гуляет сейчас. Он вот на воблера может быть, но тут сейчас я не знаю, с какого воблера, у меня просто... Почему головлик? Воблер возьмет? Он, потому что он более-менее кверху сейчас, он со дна не берет сейчас. На Орде же, да, там глубина меньше. А здесь, ну, здесь такой... Ну вот Саня говорит, что со дна взял. На... Я все выпиздит, я понимаю. Поэтому... Да ладно. Он половину сразу дели на два, на. А я еще пополам. Иди, взял, давай, забирай, иди на. Еле вот, донес, ну вот, блядь. Это вот сейчас у меня хорошо вот это вот работает, шишка. Так, вот это лярва или что? Нет, это шишка, просто шишка. А такая есть у тебя еще? Дима, давай я тебе куплю. Не, вот, а нет, у меня сейчас, у меня эта коробка боевая. Я вам привезу, а потом, да. Так а ты и цветные тоже ставишь? Я вот тоже думал грузить. Я вот попробовал, да, и хорошо, ну, работает. Лучше цветные, да, лучше. Да? Пока да, а почему-то. Не покупал. Приоритете. Ну, вот цветные. А это вот эта шишка просто, да? Да, шинофишанта называется она, от буровокуня. А так шишка... Ты не работаешь уже, что ли? Все? Нет, там нет, не работаю. Сначала, да, вот шишка черная. Сегодня на нее хороший окунь съел. Вот и...
на черную шишку. Что-то хорошее прям село. Это вообще море натуральный цвет. Но что-то село прям, прям хорошее. Окунь. Красивый какой. Ух. Вот это окушарик. А? Окунь. Такой прям, блин, по локоть. Именно на черное. Ну, дай одну шишечку на нем. Так, сейчас. Сейчас. Смотрите, вы спрашиваете, работает этот цвет или не работает. Потому что я думал, да? Как бы на форельку, там, на хуельку, нет? Да, не. Причем, давайте попробуем. Нет, потому что цветовые гаммы, разница, это я... Я же тебе говорю, бросал. Я сам, да. Блядь, поставил морковку, цапец, блядь, сел. Второй, третий. Ну, так и поменяю обратно. Поставил эту, нихуя не берет. Морковку поставил, опять тоже поклевка. Значит, ну, цвет он разбирает, сука, что-то ему какое-то. Ну, что-то он, да, я так же самое, вот я поставил, например, цветную чебурашку, да, я хотел, активность блядь, лучше. Забыл. Надо, я привезу, цветные у меня есть, но сейчас с собой у меня тоже нету, повыбивало. Это 6, я перешел на 6, было у меня 10, вот да, я, всегда? У меня 6 тоже, да. Вот 6 нормально, но тоже заходит. Но у них там течение посильнее, там, 10. Ну, на снос, я думаю, он тоже неплохо реагирует, давай попробуем. А вообще он тонет-то сразу, да. Ну, так, сейчас попробуем, вот, так скажем. На ваших глазах будет брать или нет? Ну я на нее брал. Там видишь, я, блядь, две штуки уже куру потерял. Там вот стенка с той стороны бросил, блядь, об стенку. Джик. У тебя какой толщины? Все-таки она, конечно, нежная на это дело, блядь. Чуть цепанул ее. Ну да. И срезалась. Значит, у меня щука срезала. Когда щука-то и ладно, а когда вот так вот зацепляешь, блядь. Значит, ты мне, как ты говоришь, называется? Мосля. Мосля. Мосля, мося. Мося, короче. Да, я мосю привезу. Мося, да. Все, для штуки, все, денег не хватит. Или чуть-чуть, на 1000 рублей будет. Да, не прибедняйся, да. Что, да как куда стали? Так, это мое, оставь в покое. Это я видел, на обратном пути забрался. Да, когда едем уже. Вот, смотри. Смотрите. Вот, взял. Взял, да? Ну, не крупный, но взял. Нет, я просто цвет вот розовый, а ты мне такого вот. не предлагал. Я могу дать вам. Ну, давай. Вот, не крупный, но вот, пожалуйста. Да, ну, не важно, нет. Ты вот онлайн. Не, Чебураку? Куру. Чебураку цветную я купил. Нет, у меня тоже. А я был сейчас, блядь, я купил а где-то три видео. Вот, я онлайн. Цветные. У нас в городе это точно были. Здесь в городе. Там, здесь я просто не спросил. Сейчас я дам. Да нет, тут нихуя у нас. Да, я ни к чему, как-то не спросил. Нате вам парочку. Все, давай, я сейчас, видишь, на кранчик пенсионер. Да я дай посмотрю, нахуй не надо смотреть. У меня всякая ебанья есть, ёпта. Ну ебанья-то ебанья. Да всякая не такая есть. Это куру, нет, свету. Нашел такую заводюшку. Перемещаться надо постоянно, искать его. Вот уже второго взял. Проводку веду за течением. И на сносе он садится. Красавчик. Красавчик. Хитрюшка. Щучка. Да. Хитрюшка такая, хитрюшка. Села. Такая вот. Вот такая вот малышка. Села. Расти. Такой вот малыш.